Добрый день, друзья. Добрый день. С вами радио «Медиаметрикс» и программа «Мимо нот» с Евгением Додолевым, Олегом Дружбинским. Евгений, добрый день. Добрый день. У нас в гостях сегодня Олег. Да, у нас в гостях сегодня знаменитый исполнитель, певец, музыкант, композитор, продюсер, благотворитель и, в общем, легенда шоу-бизнеса Владимир Левкин. Добрый Спасибо. День, Владимир. Спасибо. Добрый день. Я бы так сказал, знаменитый исполнитель песен народов мира для народонаселения нашей страны. Народов мира, да? Это с каких пор народов мира? Я что-то упустил? Конечно, мы же на тайском пели. Ты не слышал наш альбом на тайском языке? Нет. Это вообще было что-то шикарное. Нам сама принцесса Аптиабхандаптамнан там долго выговаривает, честно не выговариваю, даже цветы подарила. И посол тогдашний Таиланда был просто потрясен этим. Знаешь почему? Потому что, оказывается, это одна из высших почестей, что принцесса сама тебе цветы подарила. Я пошутил бы насчет того, что еще могла бы сделать тайская принцесса. Нет, не стоит. Ты человек, который нас там сопровождал, жена премьер-министра, она, извини меня, за 3 метра вот эти цветы вставала на колени, за 3 метра на коленях несла букеты, причем не все сразу 4 букета, каждый букет вот по отдельности, каждый букет она несла, чтобы нам подарили. А правильно вы угадали, что на тайском, а не на турецком? Да, там, на тайском, да, как-то было вот это самое. Ну, хотя с турками тоже было. А вот расскажи, с турками это актуально. Да, ну, небезызвестная песня в нашем исполнении. Да. Там просто цитата. Ну, ты озвучь. Да. Там просто цитата из турецкой песни, потому что готовились к совместному выступлению с турецкой певицей, которая пела эту песню, тоже не воспроизведу имя, давно это было, а, к сожалению, она не приехала. Вот, понимаешь, поэтому пришлось петь самим. Вот эту строчку должна была петь она. Какой это год? Помнишь? Скорее всего, это 5-й или 6-й. То есть это так называемый золотой состав. Да, это совсем золотой. Да. А я, кстати, с Борей Каримовичем только на Фейсбуке поддерживаю отношения. И здесь книгу про Юру Розеншпиц задумал писать. И с ним списываюсь, говорю, давай хочу, вот, чтобы ты свое мнение высказал о конкуренте, там, коллеге. Он говорит, мы в Германию отправляемся с новым составом. Да, Унаны опять, но они еще приходили, Новый год предыдущий, непосредственно 31 декабря, они пришли ко мне. Значит, молодняк опять слили вот этих двух ребят. Там их было трое. Я вот в курсе тоже, знаешь, что? Потому что мне пишут в основном и поклонники Наны, так скажем. И, они в Германии сейчас. Да, сейчас сказал, они что, в Германии. Отправить в Германию. Да. Скажи, пожалуйста, вот эта система ротации, я считаю, это гениальная придумка, вот, конечно, Алибаса, вот сделать бренд, а уже составные этого бренда вот можно как бы там... Ну, это уже было. До него у нас не делали, мне кажется. А почему? А кто у нас до него практиковал вот эту именно ротацию членов коллектива? Ну, нет. Машина времени, после, скажешь? Это уже после. Это не бойбенд все-таки. Подожди, это уже после, конечно. Скажи, ну, премьер-министр. Ну, это, по-моему, это же Фридленд, да. Это гораздо это позже сделал. Мне кажется, Алибас это... Скажи, вот этот был прессинг? Или в вашем составе вы голову не ломаете, что вот могут какого-то молодого привести на твое место, который... и двигается лучше, и октав побольше. Или нет, или такого не было. Ну, как вот этот механизм давления, как его Каримыч... Во-первых, был жесткий контракт. У нас был жесткий контракт, так. Реально. Угу. Это был один из первых контрактов вообще в шоу-бизнесе в нашей стране. Он был очень большой, не помню, ну, страниц 50, наверное, точно. Угу. Там было оговорено все. От того, как вот мы приезжаем на площадку, как мы приезжаем куда-то. Расписание буквально на практически каждый день. То есть алгоритмы расписания на каждый день, даже тогда, когда мы в Москве находились, понимаешь? Угу. Потому что, ну, не секрет, что 97-й год, это пик вообще всего, и там 900 концертов в году, 938. Ни хрена себе, это 3 концерта в день минимум. Ну, там больше. А то и 4. Там больше было. Жесть. Там еще не считали то, что мы прилетали, выступали где-то на передаче и улетали сразу практически. То есть вообще там без балета. То есть только коммерческих концертов. Да, коммерческих концертов было что-то 936, по-моему. Ну, что-то есть это в книге рекордов Гиннесса.
бизнеса. И было довольно-таки все четко описано. Это был, по-моему, второй или третий контракт, когда поначалу он был маленький совсем, потом чуть больше, и последний вот был очень жесткий контракт, он был, по-моему, лет на там 4 или 3, и вот когда он закончился, я тогда и ушел. А личная жизнь оговаривалась в контракте? Что да, он... там была личная жизнь, что... пожалуйста, никого не светим, везде ходим четвером, впятером, личная жизнь, знаете, только вы. И, ну, может быть, ваши родители, может быть, ваши близкие и все остальное. И рассказывать нельзя было о личной жизни? А никто не рассказывал. Не, рассказывал. Ну, что, то есть я познакомился со Светой, она такая хорошая, и это все говорить нельзя, ни в интервью, ни... Да нет, ну как, постоянно же были всякие вбросы, вот то, то у меня там негритянская была, там... Да-да-да, кстати, да, помню, да. Да. А была, кстати, нет? Или это придумка была? Это придумка, это наша хорошая, она у нас танцевала, танцовщица, она просто чумовая, конечно, девчонка, ну... Не знаю, почему на меня выбор пал, хотя, так скажем, общалась она с другим человеком, тоже из нашего коллектива. Ну ладно, уже ты открыл эту дверь на завес, это ж не компромат, скажи, да с кем. Зачем? А что? То, а, вот смотри, Левкин расист. То нет, есть, в этой системе координат встречаться с чернокожей девушкой, это уже это компромат. Мы общались, и даже потом, в конце концов, ну, так случилось, что мне подарили кокер-спаниеля. Какого? Американского? Да, американского, да. И у нас дома... кошка жила, а она просто его не взлюбила. Ее. Как не хотя взлюбила, казалось бы. Да, просто не взлюбила страшно. Хотя она еще маленькая была совсем. Пришлось ей как раз отдать этого кокера. И все хорошо. Не, я нормальный во всех отношениях. Воспитанный в другой стране еще. Сейчас в той стране еще воспитанный. Мы здесь все присутствующие. Да, в той стране воспитанный. Ну, сам понимаешь. Ну, не все, правда, получали знамя от ЦК ВЛКСМ. Да? А что, что за знамя? На Красной площади, да. Было такое дело. Да. Было 80 лет пионерии. Я был председателем всесоюзного пионерского штаба. Можете себе представить, на слете пионеров. И потом, когда в очередной раз должна была повешена награда на пионерию, то есть вместо ордена очередного дали такое переходящее красное знамя. Вот его-то на Красной площади я как раз и получал. То есть, я правильно понял, Владимир Левкин был главный пионер Советского Союза? Да. Ну, почти. Или, ну, или просто нет, самый я главный. Был главный пионер. Главный пионер. Вот, вот так. Это должность, которая навсегда. Ну, как бывших разведчиков, журналистов, музыкантов. Бывших не бывает. Как есть, так и есть. Я думаю, что я здесь единственный исключенный из пионеров. Я пионером был. Батенька. Ну, надо быть. Да, все-таки фамилия, она обязывает быть исключенным из пионеров. И знание. На звездочку. И знание. За курение портогаза. Так, такие были классические. Вот насчет курения и питья тоже ограничения были? А, курение и питья особо не прописывалось, но было жесткое правило. До концерта нельзя. До концерта ни в коем случае. Ты как продюсер унаследовал вот эти алибасовские традиции жестких контрактов? Я вот считаю, расскажи, что... Вот, да, ты Карабас-Барабас со считаю, своими? Нет, я считаю, что жесткие контракты описаны и прописаны, это правильно. Вот реально правильно. Очень потому школа. Что музыкант должен заниматься музыкой. Он не должен заниматься административной работой. Он не должен, он должен сидеть и творить, и сочинять. И, кстати, пока я не забыл, по поводу Айзеншписа, я дам тебе телефон Ильи Зудина, который написал практически все последние, вот команда из троих-то человек. Динамит. Да, все Динамиту написал. Поверь, Илюша с таким пиететом рассказывает о Айзеншписе, что вот честно. А ты знаком был с Юрием? Да, да, да. Мы со Шмилевичем были знакомы, ну, знакомы в коллективе. И потом, после того, как я закончил работу с Каримичем, они вместе, кстати, с Матецким. Пригласили, он его композитор, да, да, да. Пригласили меня на разговор. Так. Да, но мы так поговорили, остались очень хорошими друзьями, но работать вместе не стали. Почему? Ну, ты знаешь, из одного от одного продюсера к другому продюсеру очень сложная ситуация перехода. То есть лучше и, вообще без продюсера? Да, лучше. Вот я тогда решил какое-то время, так скажем,
плавать сам. И слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, не жалею ни о каком решении. Я до сих пор плаваю сам и сам уже продюсер. Понимаешь? Потому что Шмелич, он же своих подопечных одевал, выбирал им одежду. Так у нас такая же история была. Альбаса тоже, да? Да, иногда он мог, пойти в магазин там где-нибудь на гастролях, принести там кучу пакетов и сказать, значит, это вам. Да? Mm-hmm. По поводу... по поводу телефонов, тоже однажды сказал, я вам покупаю телефоны мобильные. Так. Мобильные только появились такие здоровые, помнишь, в карман не помещался. Я вам покупаю телефоны, я вам покупаю пейджеры, чтобы я всегда знал, где вы находитесь. Пейджеры. Мы собрались, приехали, значит, там подписали контракт, это все, забрали эти телефоны, там проплатили какую-то сумму, которая была положена. Никаких немеренных денег это стоило, вот, ну, правда. И потом мы поехали в тур. По окончании тура почему-то не досчитались... цены за телефон, а за пейджер. А после вычел из... Ну, это классика. Конечно, это, да, классика. Подарить за твой же собственный счет, это, по-моему... Я вам покупаю. Не, ну, про Каримыча, конечно, можно вспоминать очень много и очень интересно, потому что я честно говорю, я вот честно считаю, что это один из уникальнейших человек в нашем продюсере, вообще в таких личностях больших. По поводу поиска Наны, ну это правильно, понимаешь, состав должен быть оптимальный. Вот никуда ты от этого не денешься. То есть Левкина на слив. Левкина на слив. Нет, просто, если честно, я давно хочу сказать, был сейчас недавно 25 лет, я приходил на концерт. Да, реюнин, да, такой у вас. Да, да, был, я приходил на концерт, причем я не отказываюсь от этого ничего, когда есть свободное время. Просто концерты как-то переносились, и у меня... там на следующий уже было все забито, и я уже не мог. А вот на этот пришел. Что-то здесь, что-то нет, вот, этот... как это говорить, не верю. Да, нет, на этот я пришел, правда, концерт. И откровенно, и Маруське жене сказал, что не, я пойду, почему нет? Все хорошо, 25 лет. Лёвкина Нана, это, в общем, да. Просто он даже в афишу меня не внес. Вот в чем было... Ну, может, не был уверен, что ты придешь? Может, в этом дело? Нет? Я сказал, что я приеду. Ты прекрасно знаешь, что я воспитан в другой стране. Если приеду, то приеду. Кстати, Олег вот подтвердит, что Левкин, он вот приезжает за час. Я бы даже, вот если поверь, вот если бы сейчас вот места не было здесь, на Кутузовском, я бы бросил где-то машину и доехал бы. Кстати, для меня всегда, не знаю, Олег, как вот для тебя, для меня всегда вот этот показатель гостей был вот за сколько человек приезжает до эфира, потому что Кобзон, Макаревич, Кутиков за час приезжают. За час, говорят, да? Ну, надо пообщаться. Тимати опаздывает на 40 минут. Ну, давайте обсуждать. Нет, почему нет? Это конкретный случай. Мы не обсуждаем профессионализм, мы обсуждаем личные качества. Дело в том, что может быть график, может быть еще какие-то... Нет, я считаю, что... Может, человек себя приводил в порядок. Это составная профессия. Это да. Это составная профессия. Здесь мы не говорим ни про октавы, mm-hmm. ни про это. Это составная профессия. Да, и когда мы учились у Акима Георгиевича Шаруева, ну, то есть я уже учился в ГИТИСе, причем был тоже большой скандал с Альбасовым по этому поводу, он говорил, профессия режиссера, актера, она очень сложная сама по себе. Потому что мало того, что ты должен быть готов, да, к восприятию материала, ты должен вовремя прийти, а это самое главное. Что и требовало доказать. Да, Каримыч говорил ну, такую фразу, которая всегда говорил: точность, вежливость королей. И я лучше приду за 15 минут раньше и постою, подожду этого человека, нежели я буду опаздывать. Я тоже не могу опаздывать. Для меня это... Я себя плохо чувствовать начинаю. Понял. В общем, ты не Сергей Лазарев. Я понял. Кстати, я Владимир Левкин. Да, на всякий случай. Да, Владимир Левкин. Кстати, вот странное дело. Я к чему сейчас перехожу? К самому шумному, если мы берем благосферу, событию из твоей творческой биографии недавно. Это выступление в шоу «Точь-в-точь», где ты в образе Константина Кинчева предстал.
Олег, не поверишь, Алибасов всегда, когда он сам говорит, он всегда говорит, что он рокер. Ну, казалось бы, он говорит, я рок-музыкант, всегда был им, остаюсь. И вот здесь вот очень интересно выбор персонажа. Ведь это не твой выбор, тебе говорят, что будешь делать Кинчева. Как это происходит в этих проектах? То есть ты сам выбрал из какого-то набора предложенного? Дело в том, что каждый практически участник подает определенные там... какие-то, ну, свои предпочтения определенные. Да, практически каждая передача. Да? Иногда из этих предпочтений тебе дают человек. Но Кинчеве я подавал постоянно. Подавал на каждую передачу. Как бы свою заявку, свое предпочтение, свое видение этого артиста. Честно говоря, очень хотелось. Вот, надо сказать, великолепно получилось. Нет, грим, я вот так, я просто к слову, да, что я понимаю, что неудобно, наверное, себя хвалить, лучше пускай похвалит ведущий. Но просто, мне кажется, очень хорошо получилось. Понимаете, я режиссер, я вижу все вещи, которые там потом в монтаже, они не очень удались, и плохое сведение фонограммы, очень плохое сведение. То есть фонограмма отдельно, голос отдельно. То есть результатом ты не доволен? Я не очень доволен, честно говоря, я результатом не очень доволен, потому что, ну, те люди, которые были там, они мне звонили, говорили: Володь, а что это, почему такой звук? Вот мы же сидели, мы же присутствовали на этом. Ну, есть определенные недоработки, но у меня нет претензий к Первому каналу. Но, это странно было. Нет, по причине того, что я играю в команде. 150 человек, которые делают эту передачу, 200 человек в зале, члены жюри, продюсеры, которые думают. И мне очень импонирует то, что каждое звено работает очень профессионально. Понимаешь, если я там думаю, как артист, вот я хочу там того-то, а у продюсера же там... Значит, 50% должно быть иностранных, 50% российских. Вот такая возрастная категория на тех-то, тех-то, тех-то. И вот он, охват всего Первого канала. То есть, это история, когда мы стоим на земле, мы видим только рядом, чуть поднимаемся, чуть больше. Да. И тут вот, человек-продюсер Юра Аксюта, который всем этим занимается, да, он видит вот так вот. Угу. И это реально очень здорово, потому что... И вообще команда нас, участников, подобралась очень интересно. Ты Леша Глызин, понимаешь? Леха Глызин. Я просто это... Вот, я еще в детстве слышал, когда там... Ты вырос на его песнях. Да. И тут мы рядом вместе в одной такой... Ну, кстати, практически все раскрываются совершенно с другой стороны. Вот я говорю, как режиссер, меня это очень радует. С другой стороны, конечно, мы не показываем себя. Это немножко не в условиях игры. Мы можем себя показать в каких-то частностях. Наши там какие-то движения, наши какие-то на ноточки. На что ты показал, исполняя номер? Да практически... Что? Нет, ты там посмотри все. Вот несколько этих номеров моих. Ну, Левкин там прослеживается, честно говоря. А вот говоря. Хорошо, ты... Ну, там Титомир был, да, по-моему, да. Агутин. Леня Агутин, да. Там, в общем... Было кого поизображать. Даже... Нет, насчет Кости Константина, кстати, вот у него же 25-го день рождения. 25 декабря, да. 25 декабря. Uh-huh. Я очень хочу пойти на концерт, если не буду где-то на гастролях, здесь у нас в Крокусе будет. Очень хочу пойти на концерт посмотреть, потому что я просмотрел все, вот когда я готовился к образу, я просмотрел все его концерты. Я просмотрел все, что он творил на сцене, от самого начала до самых последних концертов. Я ему, когда вот как раз ждал тебя, набрал, у него телефон был выключен, набрал Саши Панфиловой, ну, супруги. Говорю, какая реакция, значит, Кости? Она так очень полностью сказала, он видел только коду. То есть он включил на концерт. Ну, то есть железа ушла от ответа. Вот. Я спросил, реакция фанатов какая? Она говорит, я на форумы не хожу. А ты что-нибудь слышал о реакции фанатов? Потому что известно, что армия Алисы, это вот это как вот это суровые челябинские мужики. Вот это вот по суровости... Фанаты кинчевские где-то в этом ряду. Реакция от очень положительной до очень отрицательной, понимаешь? И, наверное, это тоже здорово, потому что если бы было плохо, то, наверное, ничего бы не написали. Знаешь, вот, когда говорить не о чем, тогда и говорить не о чем. А здесь есть о чем поговорить, потому что грим был более молодой, а песня, так скажем, референс. Трассы, да. Это референс, он был уже более возрастной. И поэтому тут вот была такая немножко диссонанс с одной стороны, но у меня ощущения были, вот знаешь,
Я стар. Вот на концерте я стар. Я привык, что концерт 45 минут или час 30. Я вот готовлюсь. А здесь 4 минуты. И за 4 минуты надо показать все. Надо показать полностью образ артиста, который выступает на сцене. Причем он выступает под эту песню везде по-разному. И вот найти какую-то среднеарифметическую, пропустив это через себя, и это все показать. Ну, я очень доволен работой, честно говоря. Я очень доволен работой над этим проектом. И прям как раз вот в работе над этим проектом вышел виниловый диск. Показать сможешь? Давайте вот телезрителю в экран вот увидели, посмотрим. Ага. Да. Вот так вот я его сделаю. Да. Вышел виниловый альбом. «Тысяча лун». Да, «Тысяча лун». Да. И что? Ребята, которые вот были именно поклонники Константина, нашли какие-то аналоги с его каким-то альбомом. Ну, потому что там вот звезда, вроде А, и я выходил, сзади у меня была А. И, ну, естественно, вообще это честь, я тебе честно говорю. Хорошо, ты расскажи про альбом. Кинчева, вот, Кинчева да, не хорошо. Давали никому. Да, да, есть, уже почему? Третий сезон идет. Никому это не давали решение Аксют его? Не это знаю. Он может вот дать? Это я не знаю. Это я не знаю, в это я, скажем. Но это было впервые. Кому дали Костю Кинчеву. А вот этот антагонизм, который существует между рокерами и попсой, он надуманный или действительно есть какие-то такие настроения в среде? Мне очень сложно судить, потому что, честно говоря, то, что мы делали с Кедами, это был такой постпанк, и, по большому счету, там в три инструмента и в два голоса мы выдавали просто идеальное звучание. Реально идеальное звучание, потому что это от Каримыча еще пошло, и, так скажем, Гитис. Звучать должно все. Вот идеально звучать, тогда мы можем на что-то претендовать. То есть это камешек в огород рокеров, я так понимаю? Олег. Нет, да, как не камешек в огород рокеров, но поймите еще раз. Я думаю, что все-таки Владимир... Нет, так. Поймите еще раз. Я еще раз говорю, я очень уважаю, Жень, тебя, потому что ты профессиональный журналист, потому что ты умеешь разговаривать. Я попсовик, а не рокер. Нет, я тебе честно говорю, последняя твоя передача, которую ты сейчас делаешь, она меня просто потрясла, честно говорю. Слушай, давай мы сейчас все-таки... Я хочу подвести насчет рокеров и попсовиков. Так. Что в одной, что в другой среде есть профессионалы, есть люди, которые понимают жизнь. А есть люди приблудшие. Зачет. И пойми, и как вот, когда Галанин в свое время на 12-13 злобных зрителей сказал сначала, да нет, это не рок-н-ролл, как это Левкин может играть рок-н-ролл и петь? Нет. А потом, услышав альбом, он поменял свое мнение, потому что он профессионал, он настоящий человек. И как бы то ни было, рокерское, оно довольно-таки настоящее. Оно вот, даже если они гитары не настраивают, ты знаешь, вот есть в этом настоять. И я никогда не скрывал, что я начал в команде под названием «Ртутное озеро». Это такой тяжелый рок был, очень близкий к Deep Purple. Понимаешь, для меня вот... Я пришел-то к Алибасову, извини меня, взял гитару, сыграл, встал как этот, как положено, еще хайром махнул. И такой... Вот будет сложно с ним что-то делать. А, наверное... Пел я свою песню. Вот там... Кстати, вот да. Когда Алибасов предложил, ну, условно назовем, в попсовую группу, это так не покорежило вот в какой-то момент? Нет. Дело в том, что там было непонятно поначалу, кто куда идет в интеграл, А еще интеграл существовал. Да. Причем как бы обновление интеграла происходило, и было непонятно, кто куда идет. У нас... Несколько песен было, мы вообще вместе играли там. Мы вместе это кто? Нана Интеграл? Интеграл, да. Интеграл и Нана играли вместе. Да, там эту песню еще с Тбилисского фестиваля. На-на-на-на-на, сразу запомнишь, ты этот вот Борис Каримович ее пел, да? Вот мы ее там пели вместе, все играли, и все было здорово. И начинали мы концерт вместе, потому что Валерка Юрин тогда как раз играл и в интеграле на гитаре, и у нас выходил «Пустынный пляж», пел, понимаешь? Ну вот это был такой большой, я бы сказал, комбинат звезд.
Интересная история. Вот, прошу прощения, я хотел спросить, почему именно в 96-м году, да, на пике «Ланы», неожиданный такой поворот в режиссуру, в ГИТИС поступление? Почему, вот, казалось бы... В моей жизни неожиданно ничего не бывает. В ГИТИС я поступал четвертый раз. Первый раз я поступал сразу после школы. Вот она как. Да, за компанию со своим товарищем, которого не взяли, я дошел до третьего тура, понимаешь? Потом, третий раз я поступал в ГИТИС, да. Потом я пришел такой весь на, там, ты что, берите меня, я все могу, все умею. И мне сказали, мальчик, пошел в баню. И через год я пришел и поступил все-таки, потому что уже на последнем собеседовании, когда мне задавали уже вопросы по шоу-бизнесу, по режиссуре, по построению, Яким Георгиевич еще живой был, царство ему небесное, он сидит и говорит, ну что вы его мучаете, он уже меня цитирует третью страницу, сколько можно? Кстати, это заход хороший, грамотный. Я же изучил, ну нельзя так, папа разведчик, понимаешь? Поэтому все тут. А папа какую музыку любил? Царство Небесное. Любил, да? Да, любил. Отцу он очень своеобразно пел «Синенький скромный платочек». Ты знаешь, вот это было что-то такое, когда отец пел. Это было редко, правда, очень редко. Когда отец пел, это Алибас Однажды сказал, ну вот видишь, у тебя же отец поет, а ты-то что тут мямлишь? Я говорю, ты не разрешаешь, ну у нас вечные там, тебе нельзя так петь, тебе нельзя петь с нагрузкой, тебе надо петь нежно, ласково, чтобы дать, нет, вот ты постоянно нажимаешь на нот, не надо этого, не хрипи. То есть борьба в студии постоянно происходила, поэтому... Ну она у Битлз происходила, я думаю, что без борьбы это, в общем-то, ничего не бывает. Единство противоположностей. Насчет альбома. Да. Музыка Андрея Балашова. Да. Сергей Грушевский написал практически весь текст. Но я себя здесь не вычеркиваю по причине того, что я присутствовал в каждой песне. Там песня «Тысяча лун», допустим, «Два билета». Ну, даже идеи. Я говорю, давай, Сереж, вот такую песню напишем. Андрюш, давай вот, чтобы она была довольно-таки легкая, вроде бы рокерская, с одной стороны, а с другой стороны, не очень, чтобы это вот было такое, может быть, «Секрет», может быть, «Битлз», понимаешь, вот какие-то такие вещи. Но, с другой стороны, мне кажется, что, вот, допустим, песня «Мои родители», там Миша Симонян сыграл на скрипке, она вообще мне казалась не в этом альбоме. Вот, понимаешь, просто казалась не в этом альбоме. Но случилось таким образом, что все, когда мы весь саунд послушали, она прям точно встала. А вот, почему винил? Точно. Почему винил? Ну, с Наной у меня был винил. А с собой еще не был. Знаешь, как... Почему? А, то есть это первый винил от Лёвкина? Да, да. Почему первый винил от Лёвкина? Первый, свежайший, в магазинах есть, так что можно заходить и покупать. Не очень дорогой, кстати, нормальный, мы поставили хорошую цену. Сейчас? У меня нет идеи, сколько вообще стоит. Да. Но я тоже как-то... Вот я вчера был на концерте у Игоря Николаева, я там видел винил за 33 тысячи. Ну, это какой-то антикварный, да, видимо, какой-то. Да. Но там вообще там от 1000 до 3000 условно вот сейчас. Вот, ну, кто-то на своих концертах и за 10 выставляет. Маркетинг. Вообще интересная эта штука, поворот к винилу, совершенно такая загадочная. Ведь уже можно флешки дарить, в общем, со своими треками. А флешку с треками, ну вот ее раз в карман положил, а винил все-таки его поставил. Не зря же тут и фотохудожница работала шикарная, Аня Никитина. Дизайн мы делали довольно-таки долго. И там есть определенные какие-то значки, которые знаю только я. Вот там есть буковка «В» у меня. Вон, посмотри, есть буковка «В» практически, да? Вот видишь? Покажи. Ну, посмотри внимательно. Вот буковка «В». Да. Понятно. Ну, есть какие-то такие вещи, которые... И все-таки звучание. К большому сожалению, рожденные в другой стране, вот пластинки для нас это было что-то, когда там покупались пластинки Donna Summer. Ой, ну да, на это можно молиться было, да, я понял. А у меня была пластинка Adam and the Ants. Шикарная пластинка, он там весь такой красивый. 70 рублей. Может, 70 рублей, я в 10 классе учился.
Это стипендия 40 была. Стипендия 40, зарплата в Московском комсомольце 65. Ну, это такой образ, да, на обложке, такие 50-е, да? Ray-Ban, такая куртка, да? Да, вот где-то там. А по музыке есть отсылы или нет? Есть там пара песен таких. Ну, вот в тройном альбоме, который чуть раньше вышел, здесь, вот он называется «Левкин жизнь 3D». Потому что три альбома, три диска. Здесь есть очень много всякой музыки. Здесь вот тебе одной альбом, там есть отсылы в 40-е, то есть какое-то такое звучание. Но я артист, мне интересен образ. Правда, мне интересен образ. Образ выстраивая концерт, иногда ты понимаешь, что вот не хватает. Постоянно пытаться народ заставить танцевать, а не хватает какой-то такой вкусности, сладкости. Ваня Кононов написал вот здесь песню, обалдительная, «Серенада любви» называется. А ты давно с Кононом знаком? Очень давно. Да, с каких пор? Знакомы еще, я еще на ней работал. Да, мы познакомились. А он из тех телевизионщиков, которые тоже, в общем-то, увлекаются самодеятельностью. Ну, я бы не сказал, что самодеятельность, тем более, что многие, так скажем, уважаемые люди поют его песни, очень многие от Шафутинского начинают, ну, Левкиным заканчивают, понимаешь, разрыв очень большой. У меня один вопрос такой, давно на языке, я думаю, что его задавали, наверное, уже часто, но мне хочется все-таки уточнить, как получалось во времена Наны, когда вы были там самые там красивые молодые мужчины страны. Как вы управлялись с поклонницами? Ведь они действительно там бросали лифчики в потолок и все такое прочее. И набрасывались. Я, кстати, сам видел на некоторых концертах, как вы выходили четвером, одетые с гитарами, вас окружала охрана, и вокруг стояло какое-то промышленное количество девчонок. Что они там кричали? Я там в ужасе отошел в сторону. Вдруг меня сейчас тут расцарапают. Ну, что-то такое, я припоминаю. Я говорю, вот в этом контракте было даже прописано наше поведение с поклонницами, понимаете? Тут после концерта в любом случае мы выходили давать автографы, это жестко регламентированная вещь, мы давали автографы, потом мы переодевались и ехали. То есть, по большому счету, когда мы уже раздали автографы, все уже практически разошлись. Но самые активные, они все равно стояли у служебного входа, еще раз взять автограф, дотянуться, разорвать. Один из вот таких вот номеров, ты именно из-за того мы и сделали, что дотянись, оторви себе кусок наны. А что, вот, а в гостиницах вы шифровались, да, чтобы как-то они там не приехали? Ну, это всегда было сложно. Поначалу вообще было очень просто, потому что в гостинице просто так никого не пускали. Поначалу это еще практически была советская страна. А потом, ну, ты же условно, ну, как... Во-первых, в любом случае в каждом городе есть свои мероприятия после концерта. Сколько у тебя концертов бы не было. А с другой стороны, ну, если хотели дождаться, дожидались. Сказал он. Ну, то есть можно было в толпу девочек сказать, так ты и ты. Можно я и ты? Хорошо, поехали. Не, ну, вы просто не знаете нас. Это такое вот... ну, это можно, да, но зачем... Это нехорошо, это неправильно, это отношение, другое отношение к женщине, другое отношение к девушке. Там все как-то по-другому выстраивалось. Тут не надо было там пальцем тыкать. Ребят, ну, бывают же какие-то истории с фанатками-то такие всякие. Ну, не только у тебя, у всех ребят бывали кучи неприятностей. Нет, очень неприятная история у меня была. Не хочу даже вспоминать. Одна фанатка обвинила меня в том, что я ее изнасиловал у себя в квартире, в родительской. И отобрал 300 тысяч долларов из дамской сумочки. 300 тысяч? Да, из дамской сумочки. Какого размера? Вот я говорю, какая дамская сумочка? Ну, то есть участковый, конечно, очень-очень смеялся. Но после того, как она написала на тогда прокурора, министра культуры, ну, естественно, надо было какой-то ответ. Ну, мы послали туда запрос. Мама, конечно, очень переживала. Все это несколько лет продолжалось. Мы туда послали запрос, и оказалось, что она просто... Я, конечно, извиняюсь, но она в психбольнице лежала. И каким-то образом вот это все вот
Да, поэтому мне тоже кажется, что контакты с фанатками, вот с нейронишей, это всегда чревато вот каким-то таким вот. Да, причем они же вот пишут, понимаешь, они пишут, она долбила в одно. Она даже в это время, то есть, когда она описывала, там был конкретный год, конкретное число, месяц, время. Мы еще на гастролях были. То есть я дома даже не был. Еще и алиби было. Понимаешь, да, у меня же все записано. Были неприятные вещи, но намного больше приятных вещей, потому что честная и бескорыстная помощь от тех, кто любил меня как исполнителя, любил группу, но она поступала на счет именно в самый тяжелый момент в моей жизни. Причем, ты имеешь в виду, вот когда ты заболел? Давайте не будем об этом хорошо говорить. Хорошо, я не собирался, да, ты сам открыл эту дверь, извини, Володь. Я дверь-то открыл для чего? Чтобы сказать, что иногда даже... Я читал письма месяца 4 после того, как мне просто не давали многие письма. Я читал письма месяца 4. И там, знаешь, когда детской рукой было написано, там было, мы в тебя верим, мы за тебя молимся, и лежало 10 рублей. Ну, это я поэтому и должен был сейчас выпускать альбом, выходить на сцену, потому что я до конца еще не отдал то, что люди, так скажем, вот свою энергию направляли в мое русло. А это очень чувствуется всегда. Да, ну, на самом деле, я, так что называется, почитал разные, так сказать, и статьи, и интервью. Владимир Левкин довольно много делает для благотворительности, правильно? Ведь я так, наверное, скажу, я не знаю. Я, честно говорю, не очень люблю об этом рассказывать. Ну, есть Союз социальной справедливости России. Да, есть Союз социальной справедливости России. Директором по культуре и спорту, которого я являюсь. Там очень много мероприятий, которые, я бы так сказал, направлены на... Основная задумка вот нашего мероприятия, там «Щит и лира», была, чтобы поддержать семьи, которые лишились кормильца при исполнении служебных обязанностей. Это силовой весь блок практически, фестивали каждый год. В этом году 10 лет в Нижнем Новгороде мы проводили этот фестиваль, концерт. Даже не могу сказать, потому что люди должны встречаться, и начальство иногда должно услышать жен участковых, понимаешь, начальство сверху, да, и от этого вот это общение дает определенный заряд бодрости. Ну, ты, естественно, готовишь, это все это сложно. Потом какие-то вещи, у нас была один год очень интересная акция «Кремлевскую елку каждому ребенку», но она была направлена практически на всех ребят, которые находились в детдомах. То есть мы их привозили в Москву, привозили на Поклонную гору, показывали вообще, каким образом что-то может произойти. Привлекали очень серьезных профессиональных артистов. Много всего. Сейчас наш фонд культурных общеобразовательных программ тоже какие-то благотворительные мероприятия делает. Потому что, вот, понимаешь, очень сложно сказать, что такое благотворительность. Иногда благотворительность в том, чтобы найти человека талантливого и дать ему возможность поступить условно в Москве. Привезти его хотя бы в Москву, это же денег стоит. Mm-hmm. Понимаешь? Это раз. Во-вторых, мой большой друг Эрнест Мацкевичус, mm-hmm. с которым мы уже несколько лет проводим его «Ежика», это чисто благотворительное мероприятие. Мы, естественно, собираем артистов, и вот 5 числа оно будет опять в Театре Дуровой. 5-го это прямо да, вот когда? Да, да. То есть... да. Декабря. Это вот сейчас, в субботу. Подожди, в субботу, послезавтра. Нет, «Глиняный ежик». Да, «Глиняный ежик». «Глиняный ежик» Эрнеста Мацкевичуса. Это полностью его задумка. Причем артисты поют для людей, которые могут... так скажем, дать какие-то средства для лечения. Каждый раз это конкретный ребенок. Каждый раз. И этого ежика, в которого мы кидаем деньги, Эрнест лично передает родителям или ребенку. Причем есть везде отчеты. И это вот такая благотворительность, на которую сейчас лучше идут, потому что она конкретная. Человек конкретно знает,
там написано, какое заболевание, сколько нужно денег. Так скажем, нет уверенности в том, что мы можем собрать эту сумму, потому что сумма очень большая в этот раз, там, по-моему, 52 тысячи евро нужно собрать. Но ты сам понимаешь, что любая помощь, она всегда копейка, рубль бережет. То есть мы, кто-то еще, государство по своим программам. Потому что, обращая внимание на конкретных людей, мы даем возможность государству обратить на них свое внимание. А потом я думаю, что вот это... Короткая история, да, когда тебе дают конверт, там 10 рублей, и написано, мы за тебя молимся, держись, и ты, тебе это уже дает сил для того, чтобы как-то держаться действительно и чувствовать себя лучше. Финал приближаемся. Я вот здесь прозвучало слово государство. Хотелось бы поговорить с Левкиным про то, про что с ним, в общем-то, скажем так, не часто разговаривают в эфире. А вот у нас здесь упоминался рок, упоминались музицирующие музыканты. Вот есть такой тезис, что телевидение, то есть вот там взглядовская команда, вообще новое телевидение перестроечное, и рок-музыка развалила Советский Союз. Как ты относишься к такому тезису? Это Борь Каримович где-то высказал такое мнение. Ну, не он один. Ну да, не он один, но я помню, что он кричал, что это я, рок-н-ролльщик, развалил Советский Союз. Да, вот как ты считаешь, это, во-первых, нужно ли было вот демонтировать эту систему, цензуры и всего прочего. Ожидал ли ты, что вот те движения, та движуха, которая пошла, приведет к развалу Советского Союза? И как вот ты, допустим, мы просто с Олегом начали наше знакомство, говорили про Влада Листьева и про взгляд. Как, допустим, сейчас ретроспективно оцениваешь Влада Листьева? Жень, я считаю, что государство долго не может быть застоем. Но, как любой театр, да, 6 лет надо менять кровь, а мы 70 лет были, практически не меняя крови, понимаешь? Мы варились, собственно, в соку, много было всего хорошего и интересного, но государство должно было идти. И тот, кто на себя взял эту ответственность идти дальше, он, конечно, я уверен, не думал, что это приведет к определенным, там, так скажем, каким-то таким катаклизмом. Мало того, мы как музыканты гастролирующие, мы вообще мало думали об этом, понимаешь? Потому что гастроли, а я служил 84-86, как раз самое начало этого всего. Да, и когда вдруг я секретарь комитета комсомола целой части мог сказать то, что я считаю нужным, и поставить себе за работу три... Меня потом начальник политотдела вызвал на ковер и сказал, какой три? Слушай, да, ты хорошо работал, у тебя целый горизонт работает, у тебя есть духовой оркестр, ты кто три? Какие три? Пац, я себе поставил, все, иди. Поэтому, Жень, движение в любом случае должно быть. Просто есть стратегии, есть тактики, есть люди, которые бегут на маленькие дистанции, есть которые на длинные. Вот если честно, я бы побежал на длинную. Знаешь почему? Потому что перед длинной дистанцией ты в голове прокручиваешь то, что должно произойти. Я не руководитель нашей страны, и тогда, в тот момент, мне казалось, это глоток определенной свежести. Так потому что да, это определенная свежесть, определенного. То есть, ну, сначала же вот так вот слушали, да, а потом можно было включать на полную, и никто не приходил и смотреть видео, и никто тебя не перекрывал, ничего. Ну, какие-то такие вещи. Просто человек не может быть до конца. Человек не может быть зашорен. Понимаешь, как лошадь, только вперед, да. Все-таки иногда хочется посмотреть по сторонам. Оценить, взять что-то лучшее. Ну, я не знаю, иногда брали худшее, вот по моим ощущениям, честно. Все-таки что-то лучшее не забывается. Не зря сейчас есть определенный тренд, ну, тенденция к тому, чтобы все лучшее оттуда, из нашей страны с тобой, все-таки взять в эту страну и здесь ее внедрить.
Замечательные слова. Наверное, действительно. И год кончается. Надо бы все хорошее в этом году взять с собой. Плохое оставить где-то там, а хорошее забрать с собой. Друзья, наша передача подходит к концу. С вами было радио «Медиаметрикс». Можно еще два слова? Два. Да. Сегодня последний концерт, заключительный фестиваля «Журбина» в Доме музыки. Друзья, приходите, будет очень много интересных артистов, и Кристина Арбакайте, и ваш покорный слуга, и тем более, что у Журбина 80 лет Александру Борисовичу. И... Все, мы его поздравляем, да. А тебе спасибо. Спасибо. Ура. Слушаем музыку с альбома «Тысяча лун» Владимира Левкина. Всего доброго. Спасибо. Все, вышли прям ноль.